Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Shri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Shri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha kalpataruvasya kipa sindhu bhyavacha Patitanang pavunebha vaishnavibhyo namo namaha Mukhang karoti vachalang pangung lang haitgirim Yat kipatam aham bande paramananda madhavam Vrindavai tulsidevai piyavai kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagna Vavishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanakachanda Mani Chataya Bispurajita Kemapigavodu Shvadarshi Purunanuragra Sasagra Saharamurti Saradhikamai Kada Ipam Karosh Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yathaksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Vandito Diparupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupen Sada Naranam Ganga Tarangaramani Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmi Jasyacha Bhakshasi Jasyaste Desambhid Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Рам Рам Харе. Анантакоти Вишнулок Номрапад Маджарчите Химадриджа Пуло Муджа Биранчиджа Бароп. Анантакоти Вишнулок Намрапад Маджарчите Химадриджа Пуло Муджа Биранчиджа Баропраде. Гаудия Госчипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Krishna is the only absolute object of worship. Гаудия Госчипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Prabhupada сказал, что Кришна — единственный объект поклонения не только в нашей жизни, а также единый объект поклонения всех душ в трансцендентном и в материальном мире. Вот Кришна все поклоняемые и единственный, кто привлекает всех. Бесчисленные дживы, они, по идее, чувствуют влечение к Кришне, его имя Кришна. Криш плюс на Кришна. Но значит, он дает блаженство прямо или косвенно всем. Все блаженство, вся радость, материальная или трансцендентная, вся ананда, все исходит от Бхагавана. И так или иначе, Кришна, он единственный объект, который привлекает все и вся. Он единственный объект поклонения всех. Но Шримати Радхарани — это та, которая поклоняется Бхагавану Шри Кришна. Это самое удивительное и необычное, поскольку служение Кришне таким образом, таким уникальным, великолепным образом, служа Кришне, Шримати Радхарани стала объектом поклонения самого Кришне. Сам Кришна поклоняется Радхарани всегда. И мы знаем, Кришна, он объект, он тот, кем привлекаются все миры, но все же Бхагаван Шри Кришна сам привлекается Радхарани. И это самое удивительное, но так или иначе, пока идея мужчины и женщины находится в нашем уме, то до тех пор мы не имеем права произносить имя Радхарани. И пока идея мужчины и женщины, я имею в виду материальные, склонность к материальному наслаждению. Может, лишнего у кого-то нет, но внутри склонность к обретению славы — это еще более опасно. И в таком состоянии люди не имеют права даже имя Радхарани повторять. Оно настолько чисто, настолько свято. Мы можем, конечно, говорить, но права нету у нас, поскольку тот объект, о котором я говорю, о Шримати Радхарани, даже если он не находится в области моего понимания или вообще что-то, что находится за пределами моего понимания, сознания, то, что непостижимо, видя, я не могу увидеть, слыша, не могу услышать, и я думаю, точнее, большинство людей думает, что это просто женщина, и что мы можем сделать в этом случае. Имя Шримати Радхарани, оно великолепно, даже Бхагаван Шри Кришна повторяет ее имя, совершает джапу, но в нашей жизни какой толк от ее имени, если у нас нет представления о настоящей Радхарани. И даже услышав столько славы о Радхарани, все же мы не избавились от нашей материальной обусловленности. В этом случае Единственное, что мы можем, это обсуждать какую-то философию о Шримати Радхарани, то даже в этом случае только какие-то оскорбления возникнут. И вот Шрила Прабхупада говорит: единственный объект в жизни Бхагавана Шри Кришны, единственное его богатство. Но Шрила Прабхупада, построив 64 разных Гаудия Матха, он говорит, что он нишкинчан, и действительно так. Но также бывают люди, которые скрыто накапливают какие-то богатства и говорят, что они бедные, отреченные, неимущие. И вот Шрила Прабхупада говорит, что Радхарани — это та, кому поклоняются нишкинчан Гаудия Рупануга Бхакта. Рупануга Бхакта и нишкинчан — тот, кто полностью нишкинчан. Хотя Бхагаван Шри Кришна говорит, что мне нет никакого богатства. Что он говорит? Все браманды принадлежат ему, Кришне. Но Кришна говорит, что у него ничего нет. Что единственное сокровище, которое у него есть, это лотосные стопы Шримати Радхарани. Бхагаван Шри Кришна говорит: единственное это лотосные стопы Шримати Радхарани, это мое единственное сокровище, поэтому я нишкинчан. Бхагаван не говорит лжи. Бхагаван лично говорит: ахам, что я сам нишкинчан, и те, кто нишкинчан, они любят меня. И Бхагаван не может говорить лжи. Бхагаван говорит, что я сам нишкинчан, и те, кто нишкинчан, они любят меня, я не знаю почему. Можно найти обсуждение между Рукмини Деви и Бхагаваном Шри Кришной в Двараке. И вот Рукмини Кришна Бхагаван говорит, что я нишкинчан, я буквально нищий, зачем ты женилась на мне, ты царь, ты дочь великого царя, зачем ты выбрала меня, я нишкинчан, у меня ничего нет. Бхагаван Шри Кришна говорит так, но Рукмини объясняет. Вот Бхагаван Шри Кришна говорит: Рукмини прибедняется и говорит, зачем ты выбрала меня, лучше выбери кого-то более достойного. И Рукмини от таких слов потеряла сознание, и когда она пришла в себя, Рукмини говорит: ты уже находишься в сердце каждого скрыто, но никто не знает, что ты как сверхдуша пребываешь в сердце каждого. Наш прагьян, наши органы чувств, они всегда ищут что-то снаружи. И наш ум не смотрит, что находится внутри нас, атма-татва, основа. Что говорить о Радха-Говинде и каких-то высоких вещах, я не хочу об этом говорить. Даже таттва-гьяна, атма-татва, у нас нет знания о ней, кто я, что случилось. Я обещаю вам, если вы осознаете атма-татву, то вы сразу избавитесь от связи с материальным миром, вы будете искать сокровища внутри себя, что вы, зачем вы ищете что-то снаружи, там ничего нет, это глупо. Асад. Мы не можем даже наш ум отвести от материи, чтобы сконцентрироваться на лотосных стопах Гурупад Падмы. И вот, находясь в колеснице своего ума, он сравнивается с колесницей. И вот ум может быть сравнен с колесницей, и через секунды мы можем переместиться в любое место, практически куда угодно, настолько ум очень быстро. И вот ум занят какими-то материальными вещами, как мы можем говорить о Радхарани. И где достойные люди, которые могут говорить об этом. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что действительно я нишкинчан, поскольку единственное сокровище, что у меня есть, это лотосные стопы Шримати Радхарани. Ничего иного. И так или иначе, Шрила Прабхупада говорит, изучив Бхагаватам 18 тысяч шлок, он был очень разумен, очень учен, очень возвышен. И вот кто-то спрашивает, где имя Радхарани в Бхагаватам. Шрила Прабхупада говорит, оно есть там. Вот кто-то вот, если мы изучаем весь Бхагаватам, не находим имя Шримати Радхарани, то тогда наше изучение Бхагаватам, оно бесполезно. Все это бесполезно. After that, they throw your brain into drain. That is called brain drain. Now this is our teaching procedure. Yes, I'm sitting in Vyasasa and we speak live. Вот англичанин часто организует утечку мозгов, и современная проповедь тоже очень похожа на это. She cannot utilize his brain. Brain actually we cannot use for Hari Bhajan until and unless a brain intellect going up to a practical level. A skill we can try in Bhajan level we can try. Вот на пути Баджана можем пытаться что-то делать. И Шрила Прабхупада говорит, для кого имя Радхарани должно быть Бхагаватам, для вас, поскольку Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Шри Чайтанья Чайтамрите: я боюсь говорить об этих сокровенных вещах перед обычными материалистами, если не... Но я пытаюсь представить это в таком виде, чтобы обычные люди ничего не поняли. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я хотел сказать так много сокровенных вещей, но я боюсь, поскольку эти материалисты не могут использовать, как-то превратно их толковать. И на Бенгале говорится: я боюсь говорить об этом, если не поймут, я буду доволен. Some people can be there. Все же есть люди, которые хотят узнать об абсолютной истине, они ищут, где найти такого подлинного сада. Кто может рассказать нам о трансцендентном мире без искажений? So, Prabhupada speaking, well, after reading whole Bhagavatam, if we are not going to get the clue of Шримати Радхарани, вот если мы, читая Бхагаватам, не видим там Шримати Радхарани, то наше изучение Бхагаватам, оно бесполезно, поскольку весь Бхагаватам, начиная с этой шлоки Джанмадасья, и вот отсюда до Намасанкиртана, до последней шлоки, все это, по сути, прославление Шримати Радхарани. Прямо или косвенно, все говорится о славе Радхарани. То есть там прямо далеко не всегда, но косвенно всегда. О Радхарани, сердце Бхагаватам — это Шримати Радхарани, суть. Сам Кришна Бхагаватам. Кришна Паривартита. Шукадева Госвами говорит, что Шримад-Бхагаватам — это Сакшат Кришна Эвахи. Эвахи это подтверждает. Шримад-Бхагаватам — это никто иной, как Кришна, но Фомия Пракрита Шабда Брахма. И сердце Кришны — это Шримати Радхарани. Если я скажу, что Радхарани — это сердце Бхагаватам, это так. И Шрила Прабхупада говорит, для кого имя Радхарани может быть Бхагаватам? Для таких глупцов, как вы. Шрила Прабхупада говорит, что Шукадева Госвами хотел сохранить это в секрете, как нечто очень драгоценное, очень ценное. Это сложно показывать на показ. Если у вас есть что-то ценное, то это нужно держать в секрете. И вот если вы обнаружите что-то, нечто, какой-то клад найдете, вы не будете кричать на каждом углу об этом. Вот в Пури несколько лет назад правительство нашло какой-то большой клад, какое-то сокровище. И вот если есть какое-то богатство, какое-то такое нечто ценное, это не что-то дешевое, что вы можете выставить на показ. И вот Шрила Прабхупада говорит, для кого имя Радхарани может быть Бхагаватам? Для таких глупцов, как вы, кто будет злоупотреблять этим. Сукадева Госвами, он хотел сказать о славе Радхарани очень много, но он пытался сдержаться. Когда имя Радхарани приходило, он чувствовал какой-то аштасатья-кавикар, какое-то чувства переполняли его, и он не мог говорить, как Шрила Прабхупада объяснял Падишамриту, Радакунду, в Картикврату. И вот он говорил, когда имя Радхарани приходило, то тогда Шрила Прабхупада не мог ничего сказать, его тело тряслось, он плакал, голос прерывался, и он пытался сдержаться, поскольку это великолепная бхава, она не должна быть показана на публике. Это учение Шримана Махапрабху. Шри Чайтанья Чайтамрите можно найти, когда Махапрабху чувствовал какое-то экстатическое блаженство, были посторонние люди там. Махапрабху, он сдержался. И вот говорится, Махапрабху хотел сдержать себя, поскольку никогда не хотел это чувство показать другим, особенно каким-то посторонним людям. Но сейчас можно видеть, какие-то люди забыли наставления Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, выставляют имя Радхарани на показ, на публику. Хотя Шрила Бхактивинода Тхакур сотни раз говорил, что такие вещи не должны обсуждаться на публике, поскольку обычные люди, они глупы, и они наверняка превратно поймут все. И таким образом Гуру Падпадма говорил, что даже Шрила Прабхупад, он ограничивал, он открыто не обсуждал все из Шримад-Бхагаватам. Шрила Прабхупад даже Баля-лилу, если вы позовете какие-то материальные представления о Баля-лиле, о детской лиле Кришны, то ничего хорошего не будет от этого. Я слышал это от Шрила Гуру Махараджа, Вишака Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, Бхакти Памад Пурида Госвами Махарадж. Они не говорили о всех Кришналилах. И Шрила Прабхупад говорит такие слова. И вот имя Шримати Радхарани уже там, но никто не может обнаружить. Они слепы, у них нет гуру анугати. И вот им нужна пратишта, они не могут прикоснуться к лотосным стопам Нарсимхадева и сказать, что им не нужна пратишта. И вот признак такого саду, кто может без страха сказать всем. Многие боятся из-за того, что у них какие-то другие посторонние цели в жизни. Вот и так или иначе мы все обречены на смерть. И почему бы не посвятить нашу жизнь Шриле Прабхупаде, как вот бабацы за эти борцы за независимость Индии, они готовы были помереть за свою страну. Но мы не можем, но не все могут следовать Гурваге, как они могут говорить о Радхаране. И вот Шрила Прабхупад говорил такие слова. И вот это определение майи, если у нас есть настроение поверить в какого-то саду, сколько знания, сколько духовной силы у него, с таким настроением нельзя приходить к саду и слушать харикатху, вы будете обмануты, вы разовьете какие-то оскорбления. И в этом проблема. И вот у нас есть всегда настроение, как у нас есть буквально линейка нашего ума, и мы хотим этой линейкой измерить саду, насколько он настоящий, насколько ученый и прочее. Но с таким настроением нельзя приходить к саду Гуру Вайшнава. Мы должны приходить с настроением полного самопредания, иначе результат будет обратный. И вот Шрила Прабхупад говорит: «Мияте, Аная и Тимая». И Радхарани и Говиндаджи, Бхагаван Шри Кришна не отличны друг от друга. Это не ложная философия, я знаю. Это не ложная философия. Это совершенно в различных шастрах мы можем узнать из Бхагаватам, из Сканда Пурана, из Падма Пураны, там мы можем найти. Там четко говорится Саеваса, тот, кто. Ну, то, что Кришна не отлично от Радхарани, Радхарани от Кришны, что Радха и Говинда не отлично друг от друга. И поэтому Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами хотел написать шлоку в начале Шри Чайтанья Чайтамрите о Бхагаване Гауранге. Во время Гуру Пурнимы мы обсуждали. И вот можно найти, что там Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что Сварупа Госай хочет представить эту шлоку о Радха Говинде. Это и когда Радха Говинда, они сливаются друг с другом и принимают форму Гауранги. Это не ложная философия, это доказано Рай Рамананды. И после того, как он закончил Рай Рамананда Самват, мы нашли, что Гауранга Махапрабху он явил форму Радха Говинды. И Рай Махараджа спросил: кто ты, говори, кто ты? Я саду саньяси. Ну, нет, говори, кто-то, не пытайся обмануть меня. И на самом деле я видел, что ты Махабхагавата. Махапрабху обманул Рай Рамананду, что ты Махабхагавата. И вот Махабхагавата, он видит Бхагавана везде. Они не видят женщину, мужчину и прочих, они видят везде Бхагавана Шри Кришну. И поэтому говорите, кто вы. Я вижу, что Кришна цвет тела Шримати Радхарани. Он принял цвет тела Шримати Радхарани и ее настроение, ее чувство, ее бхава. Как Радхарани любит меня, он хотел испытать это чувство. Я сам не могу понять, и как. И в итоге Махапрабху вынужден был сказать перед Рай Раманандой: не говори никому, что ты сумасшедший, я сумасшедший, мы два сумасшедших в одном месте. На самом деле Расарадж Махабхава. И вот это практично. Саеваса и Рай Рамананда прямо или косвенно он мог понять, что Гауранга Махапрабху, он Радха Говинда в одном лице. И вот в соответствии с Веданта-Сиддхантой мы знаем Шакти-Шакти-Мато обет — это правильная концепция из Веданта. В Веданте говорится Шакти-Шакти-Мато обет, я имею в виду Шактиман Пуруш и Шакти, его энергия. Они не отличны друг от друга. Шакти, Шакти, Матурабед, Шактиман и Шакти не отличны друг от друга. Но здесь особый случай. В материальном мире, если кто-то любит друг друга, в этом материальном мире, если мужчина и женщина любят друг друга очень сильно, и они обнимают друг друга, все же не могут принять единую форму, они отдельно, хотя они... То есть они как бы вместе, но отдельно, физически. То есть они в разных телах находятся, но Рада Говинда, когда они обнимают друг друга, они могут слиться в одно существо. И нет вопроса отдельного существования, и все же. Но все же это отдельное. И это зовется Ачинтья Беда, Беда Татва. И используя ваш ум, интеллект, вы не можете найти никакое решение. Большинство людей говорят Ачинтья Беда, Бед значит что-то непостижимое. Они говорят Ачинтья значит непостижимое, но это не точное значение. Ачинтья значит, это непостижимо, но это не значит, что я не могу знать и понять, это может быть понято, но под руководством Шримати Радхарани, под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, не прямо, а косвенно, если мы достигнем того уровня, то тогда, несомненно, мы поймем. Ачинтья не значит хорошо, непостижимо это пойдет, но за пределами нашего знания, воображения есть другой уровень, который мы не думаем об этом. Это уровень любви, уровень великолепной любви. За пределами нашего представления, понимания, интеллекта. Это уровень любви. Если мы достигнем этого уровня любви, великолепной любви, высочайшей, как в Раджавасе, то в этом случае мы осознаем все, но не до этого. И вот Ачинтья не значит, что никогда не может быть познано, может быть, но не так все просто. И вот наша Гуру Варга, она хотела показать нам этот путь. Если вы искренне, если вы принесете свою жизнь, посвятите свою жизнь Гуру Севе, не каждый может полностью посвятить свою жизнь Гуру Севе. И вы это можете спросить себя. Нужно пойти к зеркалу и спросить, кто я, обманщик или искренний, что я хочу. Смог ли я посвятить все ради Гурудеву? Почему люди не обретают лотосные стопы Гуранги или Рада Говинда? Почему? Поскольку они не хотят. И что вы говорите, да, и нету, если нет потребности, то нет спроса, то предложение не возникнет. Это основной закон экономики — спроса и предложения. И вот если нет потребности, нет спроса, то как предложение возникнет? Если кто-то готов посвятить свою жизнь ради Гурудева искренне, то он получит милость Гурудева уже в этой жизни, ему даже не нужно ждать следующей жизни. Но если у нас нет потребности в этом, просто формально носим тилок мало. Но если у нас потребность в чем-то большем, и общение, также общение садху-санга, она должна быть совершенно. Шрила Прабхупада много раз говорил, если вы должны быть уверены, что общение, которое у вас есть, оно совершенно и непрерывно. Вы непрерывно обретаете садху-сангу. Это очень научно. Каждый говорит, я совершаю сатсангу, но если после этого кто-то совершает сатсангу, то что толку от этого? И вот Шрила Прабхупада хотел сказать, непрерывная сатсанга должна быть. Мы должны быть уверены в нашей жизни, что мы совершаем непрерывную сатсангу. И если вы совершаете непрерывную сатсангу по-настоящему, то, сидя на вьясасане, я обещаю, прикасаясь к Бхагаватам, вы обретете то, к чему стремитесь. У нас должна быть такая решимость сделать или умереть, достичь лотосных стоп Бхагавана или нет, что делать. И вот, находясь под лотосными стопами Гопад Падмы, которые подобны зонтику, я всегда говорил об абсолютной истине. Если кто-то оставляет меня, что делать? Я никого не приглашаю, они сами приходят. И так или иначе, если вы следуете Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, все его лили, если будете изучать его жизнь, то вы увидите, что он всегда применяет в своей жизни вот эту формулу Шримати Радхарани, что Радхадасья, она была полностью проявлена в жизни Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, в жизни Бхактивинода Тхакура. Это все зовется Радхадасья, это не шутка. Говорить какие-то лекции, это просто применять в своей собственной жизни, это другое. Мы должны быть совершенно, у нас не должно быть никаких этих недостатков. Если мы живем такой отдельной жизнью, тогда у нас есть право говорить о Шримати Радхарани, иначе нет. И для нас очень важно понять технику Кришнабаджана, но кто научит этому. Много раз я говорил, если вы примите какую-то падшую душу в качестве своего идеала в жизни, то не приходите ко мне. Если вы хотите принять какую-то падшую душу как идеал в вашей жизни, что я могу сделать для вас, если вы не знаете даже элементарной азбуки? Рада Даси — это самое сокровенное в Гауди Баджане. Рада Даси — это самое сокровенное в жизни Гаудия Баджана. Для тех, кто следует Рупануга Баджан, Рагануга — это открытый термин. Кто-то может следовать Саки Ватсале Бхаве. И вот мы должны быть очень осторожны один за одним. Если я буду говорить, я покажу то, что странное поведение и действия Шрила Прабхупады, все это показывает и доказывает Рада Даси, Шрила Кешава Госвами и Сиддха Махарадж. Они, если внимательно посмотреть на их дела, на их признаки, на их мысли, и вот так внимательно посмотрев, можно понять, как это день. Если вы будете следовать нашей Гурварге, нашей Гаудия Даре, Шрила Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру, то тогда вы поймете, я могу... Шрила Прабхупада говорил, что может опуститься на любой уровень для подлинной проповеди Гауравани, учения Шримана Махапрабху. Люди даже могут бороться со мной, ругаться, говорят, что у меня нет никакого этического характера, совести и прочего, но ради проповеди учения Шримана Махапрабху я могу опуститься на любой уровень. Я даже готов отправиться в ад, если я могу, для того, чтобы служить Парамахамса Гурудеву. Если ради этого мне придется отправиться в ад, то я готов. И это зовется Рада Даси. Но мы не можем этого понять, что такое Рада Даси. Ego. Because this ego is pure ego. I am Guru Das. Srila Bhaman Goswami Maharaj can say, he has his right, I am Guru Das. But everybody can say. Srila Bhaman Goswami Maharaj может сказать, что он Гуру Дас, но не каждый может сказать, что они дали Гуру Деву. Ничего по сути, и поэтому у них нет права говорить, что они слуги Гуру. И вот Шримати Радхарани всегда, она знает, как обмануть материалистов, и занять себя в Харибаджане. В этом ее техника показана ей. Вы не можете бороться с публикой, но вы можете занять их таким образом, и сфокусировать свой ум на Харибаджане, а их занять чем-то еще, как Шрила Прабхупада приглашал каких-то важных людей на собрание. И это тоже Рада Даси. Шрила Прабхупада выражал почтение каким-то значимым людям в обществе. И хвалил каких-то учеников. И это все было Рада Даси, как Джатила, Кутила, одно очень важное. Шрила Прабхупада всегда говорил, что совершать хариба, чтобы совершать харибаджан, если вы хотите совершать настоящий харибаджан, то вы встретитесь с бесчисленными проблемами в вашей жизни, они придут к вам. Разные люди будут критиковать, ругать вас, нападать, но все же Шрила Прабхупада говорит, не оставляйте Харибаджана. Не пытайтесь уйти от Харибаджана. Вы должны решить, что я буду совершать Харибаджан. Без Харибаджана я не могу жить. И вы должны решить, как Шримати Радхарани. Она всегда служит Кришне непрерывно, без всяких перерывов. Все время Радхарани совершает служение непрерывно. Если видите Радхарани, она ушла от Кришны, все же она служит ему непрерывно. Ее служение происходит, но Джатила, Кутила мешают. Они всегда хотят подловить ее на чем-то, обличить, как-то опозорить или еще что-то. И вот они думают, что Кришна негодяй, и надо как-то изолировать их друг от друга. И вот все время Джатила, Кутила, они создают какие-то проблемы, чтобы Радхарани не могла служить Кришне. Ну, так или иначе, Радхарани тоже достаточно умна. И вот она организует ситуацию таким образом, что Джатила и Кутила вынуждены принять то, что она делает. Как она говорит, что пойдет молиться для блага тела Аян Гхоша, он ее в этот... Аян Гхош — это внешний муж Радхарани, но это из-за влияния Майи так. И вот этот Аян Гхош никогда не прикасался к Радхарани, только идея такая есть, что он ее муж. И на самом деле Радхарани, она вечно присутствует в Кришне. И вопрос ее мужа не возникает, а когда он возникает, только когда трансцендентная лила снисходит в этот материальный мир, концепция мужа возникает, а так это... Все сделала йога майя, она показывает, поскольку чем больше препятствий, как кто был в Гималаях, там нужно, ну, люди, когда преодолевают какие-то препятствия по дороге, чувствуют себя вдохновленно. И также в этом материальном мире, в трансцендентном мире, если бы не было Камсы, Агасура, Бакасура и прочих демонов, Джатила, Кутила, Аян Гхоша, и там этого нет, их нет, только есть идея о том, что они есть. По-настоящему их нет, но когда эта Апракрита лила снисходит сюда, в этот материальный мир, то по воле йога-майи, йога-майя организует ситуацию таким образом, что Лалита, Вишака, Радхарани, они думают, что у них есть муж, что они должны следовать каким-то рамкам приличия в обществе. Если не будут, то общество будет критиковать их. Вот эта шлока из Брахма-самхиты. И вот все гопи, они не женщины, они все сварупшакти. И где мужчины и женщины неприменимо к ним, это все сварупшакти. Но глупцы, у них есть представление, что Кришна делает то или иное, и вот они находят, недостатки в Кришне, что Кришна бесполезен. И вот эти ученые исследования проводят, что клуб ректор тоже принимает те работы о недостатках Кришны. Но Кришна — это не объект нашего исследования. Рада Говинда Гуранга Махапрабху. Мы не можем писать заниматься какими-то изысканиями философскими, чтобы заработать какую-то ученую степень. Мы не поддерживаем это, можно сказать, презираем. И вот Шримати Радхарани, она выждала момент, и Джатила сказала: ты идешь. И сказала Кундалате, что ты отведи Радхарани куда надо, но смотри, чтобы никаких проблем по дороге не возникало. Радхарани очень целомудренно, даже во всех бесчисленных мирах. Она пример для всех, но люди не понимают это, думают наоборот. Целомудрие Радхарани, оно не бесподобно. И вот и все остальные считают ее своим идеалом и молятся о ее милости. Вот это шлока, с которой начал. И вот они все, склонив голову, молятся лотосным стопам Шримати Радхарани, молятся ее милости. Что говорить о бесчисленных шакти, бесчисленных мирах? Все аватары, все шакти, они приходят в форме Радхарани. Они исходят из света, исходящего из ее ногтей. И оттуда исходят все лакшми и все остальные энергии в бесчисленных мирах. Но аватара Бхагаван Шри Кришна, он изначальная причина всех причин. А Радхарани — это источник всех шакти, как Сита и все остальные. Нарисимхадев с Нарисимхадевом, Лакшми явилась, и все они явились. Из Радхарани даже Двараки, Рукмини, Сатьябама, Джамбавати, кто нет, все. Все они исходят из Шримати Радхарани. И вот она говорит Кундалате, что это было очень осторожно. Ты идешь в дом Нанда Махараджа по просьбе, поскольку Яшода очень потушку там давали какие-то деньги, поэтому они туда шли и были очень довольны. Kutila, they grow faith. Oh, it's time, on time is coming back. So now you can go towards it И вот уже она пришла, я вовремя причем. И ее отправили поклоняться Сурьянарайана Бхагавану, поскольку идея Джатила была в том, что если Радха будет поклоняться Сурьянарайана Бхагавану, то мы получим больше богатства. И вот они отправились, в общем, отправилась она на Сурьякунду. И таким образом Джатила хотела проверить, поклоняются ли они Сурьянарайана Бхагавану или чем-то иным занимаются. И вот она Кундалати сказала, что если там пуджари, кто может поклоняться. Все Матхури искала, вот нашла ученика Гагамуни, это Кришна был. И вот он в форме Брамана, там появился, сказали, что он Брамачари, никаким женщинам не прикасался. И вот после поклонения выяснилось, что он еще прекрасный астролог. И сказали посмотреть руку Радхарани. Сказали, что он Брамачари, не может, но хорошо, может издалека посмотреть. И таким образом Радхарани обдурила эту Джатилу и Кутилу и служила Кришне. Это в этом ее техника, которую мы должны изучить, как служить Кришне. Можно таким образом одурачить весь мир и быть занятым в Кришна-баджане. В смысле, чтобы не мешали нашему Кришна-баджану. Бхагаван Шри Кришна всегда, он стремится к пыли с лотосных стоп Шримати Радхарани, и это очень редко. Поскольку Бхагаван Шри Кришна говорит, Шримати Радхарани — это моя гуру. Кришна думает, что мы знаем Кришна Ванде Джагадгуру. Кришна — это Джагадгуру, но Джагадгуру Кришна — его гуру Шримати Радхарани. Он говорит сам, что читайте. Радхика. И вот на бенгале говорится так. Радхарани — это она мой гуру, и в соответствии с жестом, в общем, она делает то, что я хочу. И вот гуру Кришна — это Шримати Радхарани, и Бхагаван Шри Кришна, он хочет обрести пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани, что очень редко. И Кришна что Радхарани, она гневится. Это другая история, не хочу об этом говорить сейчас. Кришна, он ходит там и тут, обещал прийти, и не приходил долгое время. Радхарани, она обиделась, сказала: проходи прочь, не хочу видеть твоего лица. И Кришна сказал: извини, все, чем я обидел тебя, прости меня. Но Радхарани не простила его, и в итоге Кришна вынужден был уйти прочь из этой кунджи. И когда Кришна ушел, то Шримати Радхарани расплакалась и сказала: «О, Лалита, зачем вы не остановили его?» И сказала, чтобы он ушел прочь. Но вы знаете мое сердце. Как вы позволили ему идти? настроение Радхарани мы не можем понять. Даже гнев Радхарани только проявляется ради Кришна-сева. Это только для абсолютной Кришна-сева. Почему вы пришли? Почему? Ты ушел туда, я хочу служить тебе. И вот Шримати Радхарани, даже когда гневается, это все для абсолютного служения Кришне. И вот не пытайтесь злоупотреблять этим. Иногда группа Радхарани и Чандравали, они борются друг с другом, но их борьба — это совершенно другая. Ее нельзя сравнивать с какими-то политическими противодействиями в наших обществах. Но Шрила Прабхупада говорит, нет, они... их цель совершенно другая. И когда любовь и борьба случаются ради высшей цели, ради Кришна-севы, то это может быть принято. Но когда у кого-то есть какие-то корыстные интересы, он ради них борется, то ничего хорошего в этом нет. We have no faith for Guru Varga, Guru Parampara, or you are fallen so. Whatever preaching you have done, that we are less interested. We like to see, because this is a symptom of a sadhu. This is the unique symptom of a sadhu. И вот это главный признак сада. Если вы находитесь на беспристрастном уровне, вы можете определить главный признак сада. Это главное. Если у него есть огромная любовь к Гурудеву и Гуру Варге, к чистым Шудавайшнавам, к Гуру Парампаре, тогда он настоящий саду. Иначе может проповедовать всю жизнь, но что толку от этого? И что такое проповедь? Проповедь — это распространение милости через Гуру Парампару. Если Гуру Парампара прервалась, то как мы обретем эту милость? Весь мир может возмущаться, но Шрила Прабхупада сказал свое слово. И так или иначе, сегодня день явления Авирбхавтитхи Шримати Радхарани. Мы должны что-то сказать об этом. День явления значит Бхагаван. Он по своей милости пришел сюда. Это зовется Авирбхав. Авирбхав значит Бхагаван по своей беспричинной милости пришел сюда, чтобы даровать милость нам. И Шримати Радхарани, она изначальная гуру. И кроме Радхарани, Рупа Госвами подпишет. Кроме Радхарани, как сумасшедший слон, подобно Кришне, кто может контролировать Кришну? Рупа Госвами говорит, какую книгу не могу сказать. И вот Радхарани, только Шримати Радхарани, она имеет контроль над Кришной. Кришна подобен сумасшедшему слону, Кришна, он повелевает всеми мирами, и никто не может контролировать его. И вот еще раз хочу повторить, когда любовь и борьба проявляются ради абсолютной цели Кришна-севы, то это приветствуется, если ради чего-то другого, то нет. Мы должны быть очень осторожны, и вот сейчас главное во всем мире, кто такой саду, кто не саду, что такое харикатха, что такое нет. И люди в замешательстве, весь мир в замешательстве. И вот так или иначе, очень важно. Однажды Саки Чандравали говорит, они заняли какого-то шпиона, что Кришна тут. И вот я пойду в Шабья, узнаю и скажу Чандравали, о Чандравали, здесь великая новость, что Радхарани умирает, и это наш шанс обрести Кришну. Чандравали очень разгневалась, что ты несешь. И думаешь, что это хорошая новость. Шримати Радхарани, мы благодаря Шримати Радхарани мы имеем какой-то шанс общаться с Кришной. Если Радхарани умрет, то это все прекратится. И вот смотрите, это зовется уникальная цель Кришна Сева. И вот Авербав Радхарани я хочу немного сказать еще под руководством Шрила Бхакти Памад Пурида Госвами Махараджа и Бхактивинода Тхакура. И вот в Падмапуране и в других местах можно узнать о явлении Радхарани. Там и вот где-то говорится, что Радхарани явилась из яги, из огня. Вришабхану Махараджа, ну, еще кто-то там. Почему нет? Драупади тоже явилась из огня. И, может быть, вполне и в каких-то местах еще говорится в Падмапуране, что Вришабхану Махараджа отправился в Ямуну, чтобы принять омовение, там увидел цветок лотоса, и там на нем увидел прекрасную девочку, он взял ее, принял, обнял и принес в дом, и передал ее своей жене Киртиде. Кто-то может сказать, почему две разные истории. Почему? Мы должны одну какую-то принять, и почему две? И вот относительно ухода Шри Чайтаньи Махапрабху тоже много запутанности. Даже сейчас те глупые люди пишут какие-то скверные вещи о Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто-то говорит, что Гуранга Махапрабху вошел в храм Джаганатха и слился с божеством. Кто-то говорит, кто-то Гопинат, кто-то Гопинатхом слился. Кто-то говорит, что видел, что Махапрабху ходил по океану, но по воде как-то ходил, там по океане пропал. И все эти концепции правильно в соответствии с способностями смотрящего, и возможность, что все это было так и так и так верно. Махапрабху мог и уйти по-разному в разные лилы. И вот относительно ухода Нитьянанды Прабху тоже никто не понимает, почему нет самадхи Гуранги, Нитьянанды, Адвайта. Ушли из этого мира, непонятно как. Даже о Кришне то непонятно. Махапрабху сказал Санатане, о Санатан, относительно ухода Кришны, относительно борьбы между ядовами и похищением этих махиша и Кришны. Это все иллюзия. Бхагаван Шри Кришна говорит Санатане, о Санатан, это все иллюзия, юга моя. Это не так. В Скандапуране говорится, что Кришна, охотник, он подстрелил Кришну. Его тело было сожжено, пах развеян в океане. Но все это неправильные концепции. Говорится, что Кришна перед всеми полубогами, Кришна находится на троне и так возвысился, да. И вот Кришна, в общем, слушая их молитвы, он так, сидя на троне, ушел из этого мира. И вот когда есть противоречия в шастрах, можно принять Сиддханту Бхагаватам. И также мы должны и вот Бхагаван очень хитер, он оставляет людей в замешательстве, пока не обсуждают явление или ухода Кришны. Кришна занимается своими делами. И вот это случилось по воле Йога Майи, то, что люди оказались в замешательстве, не могли понять, как, кто такой Кришна, как его обрести, почему он ушел так странно. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что это все влияние Йога Майи, чтобы люди не поняли, кто такой Кришна, это сокровенные вещи. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит Санатане Госая и похищение Махиша. Это все сделано Кришной в форме И вот ядавы, так же как они перебили друг друга, это тоже все по воле Йога Майи случилось. Очень сокровенная философия за этим, как и те, кто пришли с небес. Те, кто спутники Ядавамша. Мы должны следовать чистым Гуру Вайшнавам, они все объяснят и развеют наши сомнения. Как Ваманадов, он тоже в различных брамандах немного другие истории. Их шакти, жены тоже приходят, чтобы помочь, чтобы насытить, украсить эту лилу. И в итоге говорится в Шри Чайтанья Бхагавате, а также в Шри Чайтанья Чайтамрите есть какие-то как данда банга, лила того, как Нитьянанда сломал данду Гуранги, тоже запутанная лила. Говорится в одном месте, что Свана река Нодия, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что это в другом месте было, и вот кто-то может подумать, как так. И суть в том, что в различных калпах Махапрабху являлся раньше, может, разлучилось чуть в другом месте, а лила вечна. И Вриндавадас Тхакур созерцал лилу Махапрабху в одной калпе, а Кришнадас Кавирадж Госвами в другой. И поэтому они оба правы, хотя детали отличаются. Некоторые люди сильно сконфужены этим. И вот какие-то люди еще сконфужены о том, что моей строгостью я говорю о Шри Чайтанья Махапрабху, Бхактивинода Тхакуре, о Шриле Прабхупаде. И вот ограничения есть, я должен следовать им. Я никогда не ненавидел кого-то, но должен следовать Гурварге. Кто-то говорит, что киртаны не позволяют, но я это не так. Совершайте киртан, когда вы собираетесь вместе. Поэтому пост Махараджа какие-то сахаджические киртаны не одобряют. И Махапрабху показывает, что должны быть какие-то ограничения, даже вот какие-то брамачари, например, слышат даже женский голос, какие-то проблемы у них могут возникнуть. Кто-то не поверит, но бывает. Вот могу пример привести. Но это отдельное время. Даже ученик Вьясадева Госвами выразил сомнение об одной шлоке, написано им, как это возможно, у Гурудев, как так. Как это возможно, что с матерью, сестрой, дочерью нельзя находиться наедине? И вот Вьясадева Госвами говорит, что ты думаешь, да, не может быть так, но Вьясадева Госвами ничего не сказал, ну, тот сказал, что надо поменять много, и потом этот ученик, выпала поверка на его долю. И вот Вьясадева Госвами принял форму женщины средних лет, пришел к нему. Сказал, что саду, дай мне место, а тут дождь идет. Хорошо, заходи в пещеру. Но ночью, когда этот саду почувствовал какое-то влечение к ней. Почему? Вроде женщина средних лет. И что случилось? Он обнял эту женщину. И тут из этой женщины явился Вьясадева Госвами, что случилось. И да, вы правы. И вот мы должны избавиться от влияния майя. У нас не должно быть материальной концепции мужчина и женщина. Мы должны видеть душу в каждом живом существе. Но все же формально следует каким-то общественным этим нормам той или иной местности, в которой они находятся. So I am bound to stop. I am going to do so many things, but time cannot pass. Anantakoti Vishnu loko namra padmajar chite himadriya pulo moja piranchija baro prade vanchakalpadorosi ke pasindi bhavsha patitanang pavane bhavishna pyo nama. Somehow I have no arrangement. You know, I am a beggar, but still I arrange some prasadam. Here, you can take some prasadam, otherwise I feel sorry. I have to do. Oh, do kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hari Bol, 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 Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Jatha Yatha, Jatha Yatha Atma Parimijyate Aso Matpunna Gatha Sabano Vidhane Tata Tata Pashyati Vastu Suksham Chakshusaiva Anjana Samprajuktam Jatha Jatha Gaura Padara Binda Binda Tabhaktim Kitapunna Rasi Tata Tata Utsarpati Hidya Kasmad Radha Padambujo Sudhambu Rasi. To realize the lotus feet of Radharani, чтобы понять лотосные стопы Радхарани, для этого нужно понять и осознать лотосные стопы Гауранги. Это настоящий путь.